Вот такие удивительные насадки я вам покажу в этом ролике, и по традиции в конце будет конкурс. Всем привет! Всем интересны насадки и полезные приспособления, которые заменяют какие-то инструменты за счет других, болгарки или дрели, например. Сегодня я подготовил для вас целую кучу насадок для УШМ, дрели или шуруповерта, которые вас могут заинтересовать или удивить. И в конце видео будет интересный конкурс. Приятного просмотра! Насадка-помпа. Иногда появляется необходимость перекачать жидкость из одной емкости в другую, при этом далеко не у каждого имеется электрический насос. И для его работы, конечно же, необходимо электричество, а ближайшая розетка не всегда бывает под рукой. В таких случаях вам обязательно пригодится такая вот насадка. Ее легко можно установить на шуруповерт или дрель. Но опять же, при наличии розетки и главное, чтобы мощность инструмента была не менее чем 350 Вт, такой насос довольно быстро перекачивает негустые жидкости, например, пресную или соленую воду, разбавленные органические растворители, дизельное топливо, жидкие удобрения и так далее. Внутренности насадки изготовлены из нержавеющей стали, а в основе корпуса инженерный пластик, поэтому конструкция получилась легкая и надежная, и совершенно не боится коррозии. Такая вещь пригодится на даче, в домашнем хозяйстве и даже в автомобиле. Насадка для очистки наклеек и скотча. Многие автомобилисты знают, как непросто удалить липкий слой с кузова после снятия различных наклеек или двухстороннего скотча. Но эта насадка для дрели или шуруповерта справится с такой, казалось бы, непростой задачей буквально за пару минут. В таких ситуациях некоторые люди обычно используют растворитель, но, как правило, это причиняет огромный вред лакокрасочному покрытию. И я крайне не рекомендую так делать. Гораздо эффективнее и безопаснее использовать такую насадку. 4-дюймовый резиновый круг бережно снимает остатки липкого слоя, при этом не повреждая лак и тем более краску на кузове вашего автомобиля. При условии, что такую процедуру вы будете выполнять на небольших оборотах инструмента. В противном случае лак можно перегреть, а это для него недопустимо. И про это также не стоит забывать. Кольщик дров. Интересно, могли бы вы подумать, что при помощи шуруповерта и небольшой насадки из Китая можно без особых усилий колоть дрова? Правда, мощности шуруповерта хватит только, чтобы расколоть небольшие дощечки. А вот для дровишек побольше такую насадку лучше использовать совместно с перфоратором. Она выполнена в виде конуса и, подобно винту, вкручивается в дерево, тем самым просто раскалывая его на части. На странице продавца можно выбрать такую диаметром 32 или 42 мм, а также подобрать необходимую форму хвостовика из трех возможных вариантов. Насадка дровокола изготовлена из высокоуглеродистой стали, а следовательно служить будет очень долго. А это еще одна очень интересная и полезная насадка, которая предназначена для оголения и скручивания проводов. Если вы хотя бы раз делали скрутки в распаечной коробке, то наверняка знаете, какой это длительный и непростой процесс. Но эта насадка, несмотря на свои небольшие габариты и совершенно незамысловатую конструкцию, сможет упростить работу электрика и сэкономить огромную кучу времени. Для того, чтобы выполнить надежную скрутку, теперь вам не придется даже оголять провода. Просто уложите до 5 проводов специальные отверстия насадки и нажмите кнопку шуруповерта. Через несколько секунд вы получите идеальное и надежное соединение с настолько хорошим контактом, что даже понять ничего не придется. Такой инструмент можно использовать даже без шуруповерта. Выпускается в двух вариантах для проводов с сечением 2,5 и 4 мм. Перед вами практичный и универсальный инструмент для прочистки забитых канализационных труб. Такая пружина для очистки канализации избавит вас от необходимости пользоваться едкой химией и поможет быстро избавиться от затора. Проволока толщиной 1 мм из нержавеющей стали скручена в длинную спираль диаметром около 16 мм. А вот длина этой спирали составляет 4 метра. Это больше, чем достаточно, чтобы добраться к месту засорения, преодолевая даже сложные изгибы. Пружина способна без проблем следовать по трубопроводу, легко проникает в любой водосток и не застрянет на крутом повороте. После подключения к дрели с помощью специальных фиксаторов, гаджет начинает раскручиваться, пробираясь вперед свободным концом. Таким образом, пружина начнет пробивать засор, что в итоге разрушит пробку.
Каждый знает, что любое сверло имеет свойство быстро затупляться, и работать таким становится просто невозможно. Но не каждый знает, как правильно такое сверло заточить, чтобы продлить срок его службы. В таких случаях на помощь приходит очередное китайское изобретение. Ну и как вы догадались, без дрели или шуруповерта здесь снова не обойтись. Небольшая насадка с точильным корунд камнем устанавливается в дрель и позволяет затачивать сверло. Аккуратно, очень эффективно и безопасно. Сверло попадает строго под необходимым углом под пластиковой направляющей, поэтому испортить его практически невозможно. И теперь вы, без каких-либо усилий, всего за несколько минут сможете подарить новую жизнь старому испорченному сверлу. Точилка для газонокосилок. А при помощи этой насадки на шуруповерт вы легко и просто сможете заточить ножи и лезвия у таких инструментов, как газонокосилки и не только. Этот диск равномерно и бережно обрабатывает край лезвия, в итоге добивается его оригинальной остроты, как с завода. Насадка с абразивного камня имеет стандартный хвостовик размером 1/4 дюйма, а ширина диска составляет 5 см. Эта недорогая вещь сможет привести в порядок весь ваш садовый инструмент, включая лопаты, тяпки и так далее, что у вас там есть. Маятниковая пила. Знаете ли вы, что из обычной болгарки и небольшого кронштейна из Китая можно быстро собрать маятниковую пилу? Такой инструмент позволит точно и аккуратно разрезать металлический профиль, небольшие трубы и так далее. В верхней части кронштейна расположен мощный зажим для установки болгарки. Платформа, в свою очередь, надежно крепится на верстаке, что обеспечивает дополнительную безопасность в работе. Между кронштейном и платформой имеется пружина, которая по окончании резки возвращает уже в исходное положение. Думаю, каждый знает, что такое маятниковая пила и как она работает, поэтому скажу просто, что здесь вы получите то же самое, но если честно, немного в уменьшенном виде. Для небольших домашних работ вполне сгодится. Аккумуляторная болгарка – это действительно очень удобный инструмент, который выполняет все операции, свойственные сетевому аналогу. Основное преимущество аккумуляторной версии – это, конечно же, полная независимость от источника питания. С уже установленным аккумулятором инструмент имеет вес всего 1,8 кг, мощность составляет 380 Вт, а максимальная скорость вращения достигает 11 000 оборотов в минуту. Портативная болгарка – это хороший помощник при проведении ремонтных и строительных работ, я-то знаю. Переходник из дрели в УШМ. Перед вами очень полезная насадка на дрель или шуруповерт, которая очень быстро превращает такой инструмент в болгарку. Аксессуар может пригодиться, если, например, под рукой не оказалось болгарки, или же когда нет возможности ей воспользоваться в каких-то труднодоступных местах. Небольшая насадка позволит установить на шуруповерт отрезной диск, диск для заточки ножей, шлифовальный, полировальные диски и прочие подобные круги. Выпускается с хвостовиком двух видов на 10 или на 6 мм. В комплекте имеются ключ для установки и затяжки переходника. Насадка для размешивания строительного раствора. Такой аксессуар не просто облегчает перемешивание концентрированных строительных смесей и растворов, он еще и гораздо эффективнее за счет уникальной формы своих лопастей, а также более долговечен за счет того, что изготовлен из твердой углеродистой стали с особым антикоррозийным покрытием. На странице товара представлены 15 модификаций миксера с широкой вариативностью по длине от 600 до 700 мм. Аккумуляторный шуруповерт-револьвер от уже знакомого нам бренда Works. Он разработан, чтобы упростить вашу работу и выполнить ее гораздо быстрее. У данной модели все биты хранятся непосредственно в самом шуруповерте, поэтому они нигде не теряются. А вам больше нет необходимости тратить свое драгоценное время на поиск и установку необходимой биты. Зарядить можно сразу до 5 насадок и быстро переключаться между ними нажатием специальной кнопки. Для удобства при работе в корпус устройства встроен сверхяркий светодиод, который неплохо подсвечивает рабочую зону, а еще он компактный, удобный и весит всего 500 грамм. Универсальный пылесборник – это очень полезная насадка, которая легко устанавливается в перфоратор, дрель и даже шуруповерт. При сверлении вся пыль остается в резиновой чаше, не попадая вам в глаза и не пачкая все в окружении. За счет эластичного материала насадка способна прижиматься практически до упора, а значит совершенно не препятствует работе инструмента. Теперь вам больше не придется бегать по комнате с пылесосом и тряпкой, чтобы собрать всю пыль по завершении сверлильных работ.
Данная насадка позволяет проделывать большие круглые отверстия в пластике, дереве, плитке и гипсокартоне. При этом весь мусор будет собираться в специальной емкости. Диаметр отверстия можно регулировать в пределах от 4 до 20 см. Для работы с насадкой требуется электродрель с патроном 10 мм. Режущий механизм состоит из сверла по центру и двух ножей по бокам. В комплекте поставляется 10 разных сверел и 2 вида ножей, рулетка и карандаш. Инструмент упакован в пластиковый кейс с ручкой для хранения и переноски. Переходник из дрели в пилу. Насадка пила с лезвиями по дереву и металлу. Весьма полезная и оригинальная новинка прошлого года. Эргономичный адаптер выполнен в виде ручки-держателя для мощных зубчатых лезвий. Гаджет легко превращает классическую дрель в многофункциональную пилу для работы по дому. Аксессуар будет незаменим на даче, например, чтобы ухаживать за деревцами в вашем саду. А еще благодаря своей конструкции он прекрасно подойдет для работы, где требуется электролобзик. Корпус насадки изготовлен из мощного АБС-пластика и металла. У продавца есть 5 комплектаций на ваш выбор. Поворотная насадка на шуруповерт заслуживает вашего отдельного внимания, ведь это действительно годная вещь. С ее помощью вам больше не нужно после сверления отверстия вынимать сверло, вставлять биту для ввинчивания саморезов и тратить время на то, чтобы их зафиксировать. Достаточно просто развернуть насадку и продолжать работу при помощи второй биты или сверла. Конструкция довольно простая, но крайне гениальная. В комплекте с самой насадкой поставляется 8 крестовых и 8 плоских бит, а также 2 сверла, 6-гранный ключ и пластиковый кейс для хранения. Направляющие для сверления дерева под определенным углом. С таким миниатюрным приспособлением можно легко просверливать отверстия под нужным углом и прятать от посторонних блестящие головки шурупов. Мебельщики называют такой метод косой шуруп. Этот аккуратный гаджет выглядит как подарочная коробка, но изготовлен из высокопрочного анодированного алюминия. Перед началом работы на устройство необходимо выставить толщину доски. Можно выбрать от 5 до 45 мм. Затем закрепить устройство при помощи струбцин и выставить на сверление ограничение по глубине. В комплекте со стендом идет ступенчатое сверло на 9,5 мм, имеется пакет с шурупами и заглушками. А еще в наборе есть 15-сантиметровая фигурная отвертка, бита, 6-гранный ключ и стопорное кольцо для ограничения глубины. Аспирационная насадка УШМ. Если вам хоть раз доводилось работать болгаркой с такими материалами, как бетон, кирпич, газоблок, тротуарная плитка, то вы наверняка знаете, сколько при этом вокруг пыли появляется. Решить такую проблему поможет универсальная аспирационная насадка на болгарку. Ее конструкция напоминает небольшую турбину, которая шлангом подключается к пылесосу. Возможно, вся эта конструкция вызовет у вас небольшие неудобства в работе, но зато 99% пыли и мусора окажется в вашем пылесосе. Регулировка глубины присутствует, а также сбоку имеется съемная крышка. Насадка подойдет практически к любой болгарке. В комплекте 4 зажимных кольца, которые затягиваются металлическим хомутом. Материал корпуса изготовлен из прозрачного поликарбоната. Следующая насадка обязательно должна быть у каждого мастера. Она позволяет за несколько секунд восстановить фаску болтов или шпилек. Эта небольшая вещь очень эстетично удаляет заусенцы вокруг резьбы, предотвращая случаи попадания острых металлических краев под кожу. Пригодится в том случае, если крайняя часть болта или шпильки была срезана болгаркой, а также когда резьба нарезается вручную. Раньше для этих целей мы пользовались напильником, но такая насадка выполняет эту работу гораздо быстрее и эффективнее. Длина режущего корпуса составляет 33 мм, а диаметр отверстия на входе 22 мм. Переходник из УШМ в дрель. Вы уже знаете, как при помощи переходника сделать из шуруповерта болгарку, а сейчас узнаете, как сделать наоборот, то есть из болгарки мы получим угловую дрель. Для этого потребуется только установить специальный патрон, но предупреждаю сразу, не вздумайте устанавливать такой патрон на болгарку, которая не имеет регулировку скорости вращения, потому что ни одно сверло не выдержит таких больших оборотов и за несколько секунд оно просто сгорит или сломается. При помощи ключа, который входит в комплект, можно установить сверло диаметром от 1 до 10 мм. Покупатели отзываются, что патрон хорошего качества, отлично сбалансирован и прекрасно выполняет свою функцию.
Нейлоновые насадки. Готов поспорить, что вам обязательно пригодятся нейлоновые насадки для дрели или шуруповерта, ведь они позволяют быстро очищать различные поверхности от въевшихся грязи, пыли и прочего мусора. Вы можете выбрать комплект из трех щеток разной формы или одну щетку необходимого диаметра. Материал хорошо впитывает воду, отлично очищает керамику ванны и душевые кабины, раковины, ковры и прочее, при этом не царапает и не портит глянцевую поверхность. Универсальная удлиняющая насадка для болгарки. Конечно, не каждый нуждается в таком устройстве. Эта насадка предназначена для удобства работы в труднодоступных местах. Скорее всего, пригодится сварщикам для зачистки сварных швов в трудных угловых местах. Корпус выполнен из нержавеющей стали. В комплекте имеется необходимый крепеж для насадки, а также приводной ремень. Рекомендуется использовать такой удлинитель исключительно с болгарками, которые имеют регулировку скорости вращения. Направляющие для коронок. Вы наверняка знаете, что из-за очень скользкой поверхности плитки или стекла алмазная коронка дрели может легко соскользнуть в начале своего движения. При этом на глянце появляются очень глубокие и хорошо заметные царапины. Сверлить через это приспособление можно, не боясь, что вы испортите внешний вид кафеля. Направляющее устройство регулируется под различные диаметры коронок. Крепится оно при помощи мощных присосок. Держать руками его абсолютно не нужно, а значит работать с ним очень комфортно и удобно. Насадки-шарошки по дереву. Набор включает в себя 5 шарошек различной формы. Они предназначены для обработки исключительно мягких, податливых материалов, например, дерево, пластик, газоблок и так далее. Насадки имеют форму шара, конуса и цилиндра. Изготовлены из качественного металла. Диаметр головок составляет 12 мм, а длина от 10 до 25 мм. Насадки для полировки. При помощи этих насадок вы самостоятельно можете отполировать кузов или фары своего автомобиля. На YouTube есть очень много обучающих видеороликов по этому вопросу, а насколько мне известно, в автосервисах полировка – это довольно дорогое удовольствие. В комплекте имеется 6 губок для полировки и специальный диск с липучкой для закрепления губок. Если у вас нет автомобиля, то не торопитесь говорить, что вам этот набор ни к чему, ведь с его помощью без лишних усилий можно отмыть все что угодно, например ванную или даже кастрюлю. Кстати, на диск с липучкой отлично подходят и обычные кухонные губки. Закрепили и вперед наводить чистоту. Направляющая стойка для дрели. Эта вещь поможет вам просверлить строго вертикальные отверстия в обозначенном месте, избегая соскальзывания сверла и повреждения поверхности. Направляющая может использоваться вертикально, горизонтально и даже под углом. Причем положение под углом может достигать 45 градусов. Для удобства работы в комплекте поставляется рукоятка, имеющая резиновую поверхность. Направляющий держатель изготовлен из алюминия. Высота стойки составляет 90 мм, а ширина 140 мм. Шлифовальная машина из УШМ. Превратить болгарку в ленточную шлифовальную машину очень просто. Для этого вам потребуется такая небольшая насадка. Она позволяет шлифовать различные поверхности благодаря вращающейся ленте с абразивным покрытием. Размер ленточного ремня составляет 15 на 4152 мм. Насадка имеет свою регулировку скорости вращения, а именно 6 переключаемых режимов. В комплекте идут 5 шлифовальных лент, 3 ролика, переходник, патрубок для отвода пыли, а также крепление. Бюджетный шуруповерт. Как вы успели понять, шуруповерт можно считать главным инструментом в доме. Он должен быть всегда под рукой. Эта модель уже проверена временем и покупателями с AliExpress. Эксплуатируют его уже более 3 лет, и особых нареканий ни у кого пока не возникло. Впрочем, вы можете убедиться в этом сами, почитав отзывы. Шуруповерт не тяжелый, весит всего 1 кг, в руке лежит отлично. Аккумулятор литий-ионный на 12 вольт. Конечно, у него есть индикатор зарядки и подсветка рабочей зоны, внутри все шестеренки выполнены из стали, а вот из пластика ничего нет. Кроме всего прочего, он имеет влагозащиту и, говорят, может работать даже под водой, но я бы не проверял. Продавец предлагает 8 различных комплектаций на ваш выбор. По соотношению цена-качество, пожалуй, это самый лучший вариант.
Вот все, что я для вас нашел, пока болел. Надеюсь, вам подборка понравилась. Конкурс сегодня простой. Приз 200 рублей на счет мобильного телефона или на WebMoney. Или не 200, а может даже 300. Почему, сейчас расскажу. Как только набирается 200 лайков под видео, я подготавливаю розыгрыш подарка. И если до момента розыгрыша будет больше, чем 200 лайков, например, 210, то приз будет 250 рублей. А если больше, чем 250 лайков будет, то приз 300 рублей. Лайки, в общем, все решают. Так что делитесь роликом с друзьями, пусть тоже смотрят и лайкают. Для участия нужно написать в комментариях, какая насадка самая крутая, по вашему мнению, поставить лайк и быть подписанным на канал. Все очень просто. Спасибо вам за просмотр, будьте мне все здоровы и скоро увидимся!